Приветствую вас, дорогие друзья. Следующая жертва, так называемая, будет маздочка с вот такими вот дефектами. Это уже после рихтовки, как видите. Вот. Выведем вот это все. Оп. Тут еще что-то надуто. Простучим. Оно, когда зашкурим, покажет, где что, где нужно, простучим. Подшпаклюемся, тут немножко внутри поддуем, наверное, с открытыми дверьми, я так понимаю. Снутри вот эту дверку чуть-чуть поддуем, там есть небольшие трещины на краске. Сейчас машина закрыта, не могу показать вам. Вот. Ну, короче говоря, будем красить вот эту деталь и снутри немножко. Там буквально чуть-чуть. Так, вот такой вот, в принципе, фронт работы. Ну, прежде чем шпаклевать что-то, мы его вибрационной машинкой зашкурим 120-кой. Сейчас я все это покажу. Где нужно, простучим, потому что я уже вижу вот здесь какой-то рубец непонятный. Вот он идет. Это уже после того, как расшлифуем, и посмотрим сейчас. Короче. Ну вот так вот немножко его расчухал машинкой. Сейчас мы с плашечкой пройдемся, посмотрим, что к чему. Но я уже вижу, что здесь вот небольшой рубец есть. Если тут его нету, то тут он есть. Сейчас посмотрим. Сейчас немножко простучим. Ну, это вообще работа рихтовщика, по идее. Ну, как без этого никуда, как говорится. Так, ну а здесь у нас уже, более-менее нормально. Сейчас протянем зеленочкой, ну то есть шпаклевка со стекловолокном. Здесь у нас какая-то как бы вмятинка небольшая. Она как бы вот так это идет все, а по идее должно быть все четенько, ровно. Вот, ну тут мы уже навалим немножко шпаклевочки, как бы на ночь, и пускай сохнет. Вот. Вот он, вот эта шпаклевочка со стекловолокном. Хорошо размешиваем. И сейчас на усадочку набросаем на ночь. Пускай сохнет. Ну и как бы на сегодня с этой машиной все. Потому что в данной ситуации спешить как-то, чтобы не было просадок в дальнейшем.
Как-то вот так это на первых азах выглядит. Подсохнет, будем дальше чухать, смотреть, где еще наложить. И, короче, зеленочкой мы выводим все в ноль, потом просто уже универсальный протянем, вот, поры, и будет все окей. Под грунт уже обклеились, уже вывел все. Сейчас мы загрунтуем это все дело и завтра покрасим. Процесс подготовки вам не показал, так как готовил у меня напарник. Я занимался другим. И так, между прочим, и как-то не успел заснять вам. Ну что, грунтуем. У меня тут серый грунт сейчас будет. По идее, на этот цвет нужно черный. Но у меня остатки серого были, поэтому будет серый. Вот уже два слоя бросил. Сейчас ждем, пока хорошо высохнет. И накроем третьим. Ну и так пока не укроем. Я думаю, слоя 4 где-то. Ну, может, 5 легеньких. Вот. И потом уже лачок. Итак, краской перекрыли все. Теперь полтора слоя лаком вскрываем. И все.
Алло, автомобиль готов. Можно забирать. Ну, естественно. Только потом сами, если что, помыете, будем пылять, хорошо? Добренько, давайте ждем тут. Сейчас будет.